Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзор на нового героя с грубой силой. И давно уже я и многие хотели, чтобы я прокачал малыша Ника, показал вам именно в такой сборочке. У нас уже есть такая возможность. Сливать мы будем огненную защиту, она в принципе мне не нужна пока. Давайте коробочку откроем, посмотрим, что тут у нас будет. Оп! Коррозия. Понятно все. Ладненько, побежали. Откроем еще одну грубую силу. Заменить. Так, вот такая у нас сборочка. Он стоит пока с психощитом. Давайте поставим ему кубок. Поставим ему топор. Вот также сейчас мне надо в снаряге ему наролить какой-то урон, чтобы более-менее мы могли потестировать. Хотя можно было и ослепление оставить. Так, скорость атаки не надо. Что-то необузданная ярость прям. Когда надо, она не падает. Когда не надо. Так, ну давай. Ну вот победный выпад, пусть будет четверка. Давайте еще что-то нормальное вырвем. Четвертый доспех. Ладненько, побежали. Так, созвездие. Давайте созвездие тоже переролим. Ставьте обязательно лайк, такой вы никогда не увидите. Как вам героя собирают специально для обзора. Так, уклонение нам не надо, нам нужны криты и критуру. Опять крит, теперь критуруна хотелось бы. Атака не нужна ему. Надо побольше крита, чтобы он сразу ультовал мощно. Так, крит. Ну, уже 3 собрали. Что-то крит урон хреново падать начал. Ну давайте пятерки. Точность. Ну, точность мне нужна тоже. Крит сопротивления жизни. Не то. Так, жизнь тоже не то. Дальше, ну давай, рандом. Сколько можно уже кликать? Уклонение, так, крит оставляем. Еще один крит. Ну давайте так соберем. Давайте пятерку вырвем, уклонение не надо. Жизнь, ладно, пусть будет так. Потом переролим. Так, давайте тут что-то интересное попробуем, какую-то пятерку выбить. Не люблю, когда четверки. Очень плохо, кстати, вот чары. Что-что, а чары хуже всего, наверное, в игре ролится. Так, это не то. Куча карт, хотелось бы еще, чтобы распирата запустили. Чтобы уже добить окончательно. И кулаки, и плюшки. Ну опять победный выпад. Ну что не пятерка, ну. Жмоты.
Из коробок тут четверки в основном падают. Точно так же по талантам, по чарам, точнее, с обычных картсмены, как видите. Четверки редко падают, а про пятерки я вообще молчу. Ослепление опять. Ну ладно, давайте хотя бы так потом обратно вернем. Так, есть. Ставим малыша Ника сюда. Где там он у нас? Я уже не помню даже, где он. Я его так часто использую. Так, а вот он. Так, ну у нас будет вот такая вот сборка. Сейчас мы для того, чтобы поставим голубого войны. Давайте найдем бога войны. Так, а сюда вместо этого надо сборку влепить. Посмотрим, какой у него урон вообще будет даже при такой вот сборке на пятерке. Так, артефакт топор. Так, ну на пятерке плюс 0,5%. Так, ну все, вроде отлично. Давайте ему ангела поставим, чтобы не дох сразу. Саму суть использования малыша Ника, думаю, многие знают. В основном я его использую. Но смотрите, 80 тысяч уже урон. Неплохо, неплохо. Еще разок. Крит не прошел. Окей. Давайте тут дальше. Сейчас, конечно, сложно что-то найти толковое по базам. Ну, здания некоторые, я смотрю. Вот Фрейи нету. Сейчас посмотрим, что будет. 125к. Нехило, так я вам скажу. Это обычно его ульта раз 5 секунд. Жесткий-жесткий парень. 36% пока добежал. Ладненько. Качаем ему восьмерку. Возможно, нужно было баст сливать. Ну, как-то не знаю. Не особо хотелось. Мне на огненные так везет. Так, есть. Вот наш малышник. Максимальная сборочка. Единственная у нас по чарам. Четверочка. И пятерка. Смотрим, какие у нас. Ну, чё ж ты не дал нам посмотреть-то, а? Ну-ка, давай. Бум. Не увидел я там верхний, что там был за крит. Ух, 233 тысячи, ребят. 233, это он без ульты бьет своей, без талантика. Я охренею. Смотрим дальше. 239 по такому же малышу Нику. Охренеть. Ух ты. Просто сам себе слил обхранителя. Жесть просто. Да, круто. На добивание, я думаю, будет вообще просто огонь. Смотрим. Все. А, выпустил, называется Купидон. Я говорю, смотрим. Думаю, что-то не то. Так, ну тут все понятно со стрелком. Как бы он нам не дает. Давайте сделаем по-другому. Сделаем сразу ремочку. Уменьшим немножко его урон. Но зато будем видеть, что получится у нас с ультой. Крита, в принципе, у него хватает. Бум. Сразу крит прошел. Ну, по-разному бьет, как видите. Так, надо найти базу, чтобы зацепиться. Ну, тут получится у нас 5 секунд продержаться. 59, стрелок начал дамажить. Смотрим на урон дальше. Ух ты! Хрена себе! Жестко. Реально очень жестко. Так, ну-ка. Вот тут стрелка вроде нету. Отлично. Смотрим.
смотрим на героя. Вот. Сейчас будет ульта. Не получилось, к сожалению. Блин, юнитов бьет. Ну ладно, пусть бьет юнитов. Смотрим на героев. Седну просто с одной тычки снес. Просто отправил сразу ее на отдых. Это жесть. Черепа тоже снес. Смотрите, что он делает. Да ну нахрен. Смотрите на Рину. Фу. Да ладно. Вы что, издеваетесь? Охренеть. Вот это, конечно, нежданчик. Я в шоке, ребят. Это просто, блядь. Просто вау. Смотрите на этого Ника. Это, блядь, жесть. Какие удары, блядь, проходят. Блядь. Смотрите, какую базу он разобрал. Соло, блядь. Это жесть. И сам умер. Вот это тогда. Вот это круто. Действительно, ему грубая сила однозначно идет. Грубый ник. Грубый маленький ник. Это жесть, короче. Я в шоке. Однозначно на битву гильдии буду его брать, с Минотавром бегать, тестировать. Но это просто жесть, что он делает. Блять, Фарея опять. Бум. Ну, круто, круто. Что тут сказать? Понятно, против Рэя он не выстоит, у него жизни маловато, но... То, что он делает, это жесть просто. Смотрите, как он здание рубит. Охренеть. Но это прохождение той базы, это просто жесть. Так, ну-ка тут стрелка нету. Вот стрелка нету, сейчас посмотрим. Бля, что он делает? Он просто героев разбирает по одному. Все, блядь, всей базы нету. Это жесть, ребят. Это просто жопа какая-то. Смотрите, ну куда это? Охренеть. Просто охренеть. Вот это тогда. Да, я, честно говоря, в шоке. Ну-ка, сейчас мы тут посмотрим на это все дело. Так, смотрим. Да он просто, блядь, их разбирает, как какое-то мясо. Это реально, блядь, я в шоке. Просто в шоке с того, что сейчас делается. Сейчас он скажет черепу до свидания. А, нет, череп у нас... Ну, успели, успели. Но это жесть. Просто жесть. Вот это, ребята, да. Вот это сборочка получилась. Малыш Ник, Крит, все, а что будет на 12-12, если ему сделают, я даже не представляю, что там будет получаться. Да, единственный минус — юниты, он юниты хреначит. Ну блин, это просто огонь. Ну-ка, успеет он забежать? Так, Купидон, Минотавр, нет, тут его... К сожалению, слили. Офигеть. Ну-ка, давайте. Давайте на подземках попробуем. На жестокое. Вот это вот. Конечно, я не взял. Отхила маловато. Я не знаю, ли он будет выдерживать это все. Ну, хотя бы посмотреть. Ну, в принципе, ангел должен его нормально отхилять. Ну, жесть, что он делает. Сейчас мы доберемся до героев. Если он эту подземку пройдет соло, это просто жесть. Херена себе, сколько он там их фигачит. 1 700 000. Офигеть.
Да, это просто жесть. Конечно, он героев не сольет, но я думаю, под бафами, под всем это очень жестко будет. Да, жесть просто. 71%, 74%. Оп, ульта. Офигеть. Просто офигеть. Ну, сейчас его тут закоцают. 88. Ну, еще разок. Не успел. Ну, просто капец. Я в шоке. Куда там вольт, казалось бы, тоже офигенный урон. Но на это глядя, я просто в шоке. Давайте посмотрим на экспедиции. Где там малышник наш? Да, напишите коммент, ребята, что вы думаете об этом? Надо будет ему еще выпад словить. Пятый. Да, просто жесть. Следующий залп героя просто нет. Там даже они не успевают, череп даже не успевает зарядиться. Я офигею. Бля, что это такое? Я офигею, просто нет слов. Так, ну тут Фрея у нас, ладно. Давайте сейчас забежим еще сюда, на арену. Думаю, на арене интересно просто посмотреть, сколько у него там ульта будет. тысяч. Ну, по ульте тут, конечно, не ахти. 90. Ну, успеет. Не успел дать от... Ну, в принципе, так ничего. Давайте на этого еще нападем. Старт. Так, 19 тысяч. Тут тоже малый книг. Нет, книг есть. Мы не успеем просто включиться. У нас энергию сняли. Да, все. Ну, я не знаю. Ну-ка, лабиринт у нас открылся. О, у нас есть лабиринт. Создать команду. Третья. Сейчас я сюда его просто кину одного ради интереса посмотреть, что будет. Вот обычная пачка. Блин, ладно, выйти. Потратим все равно, потом смену сделаем. Я не той пачкой напал. А, еще раз напал не той пачкой. Да что такое, блин. Так, малышник, иди сюда. Иди сюда. Смотрим. Конечно, сейчас шанс, что его снесут, очень и очень велик. Да. Да, к сожалению, он не успевает их убить. Но мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас поставим лоха отпущения. Так, вот есть, и пусть его бьют. А он сейчас ультанет разок. Я надеюсь, ему хватит на вторую ульту. Но вот полетела ульта, и довольно-таки неплохая. Ну, не знаю, круто. Очень круто. Так. Ну идем еще паролем что-то. Может выпадет. Или оставим. Ладно, оставим. Я уже потом буду его тестить завтра. Ну не знаю, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как по мне, это просто вау. И просто талантик для него заходит очень круто. На битву гильдии особенно будем тестить. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бомбите. Всем пока.